В дежурную часть полиции по городу Канску поступило сообщение от местного жителя, водителя такси, о том, что неизвестный мужчина завладел его транспортным средством ВАЗ-2106, после чего скрылся. Незамедлительно на розыск и задержание злоумышленника были ориентированы все дежурные наряды полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Сибирь сотрудники полиции заметили угнанный автомобиль, который двигался с высокой скоростью в сторону города Красноярска. Полицейские начали преследование автомобиля, требуя через средства громкоговорящего устройства остановиться. Однако водитель игнорировал неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке и создавал аварийно-опасную ситуацию на дороге. В соответствии с федеральным законом о полиции, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух, после чего применили табельное оружие для остановки транспортного средства. В результате автомобиль съехал в кювет. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками госавтоинспекции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.